Отсюда вижу. Сейчас вот так вот говорю Денису, на, держи. А говорит, а что держать? Я говорю, да держи, будем снимать. Говорит, а что снимать? Я говорю, снимать видео будем для наших подписчиков. Вот. И теперь Денис будет так держать до вечера. Ну, вот так где-то прошло полчаса, Денис держит. А вот эта штука действует в течение 29 минут. То есть уже минуту мы передержали. Как я называю, котик пописал. Котик пописал. А Денис теперь сейчас будет выдергивать. То молотком долбали. Да что ты делаешь? Осторожно, потолок не проткни. Вот так она выходит. И вот это вот чудодействие не связано вот с этим. А это просто волшебные руки вот у этого человека. И зовут его. Его не зовут, он сам приезжает на V8. Ну и что, сейчас продолжим съемки нашей эпопеи, про все остальное. Это вот Денисова работа. А почему котик пописал? Потому что она пахнет кошачьими саками. Ну да, обычно. Обычно так. Эпопея вот про это, как Денис красил, на его канале есть. Сейчас, значит, расскажу вам про двигатель, который теперь будет на сухарике. Блин, я тут что-то отломал. Денис что-то отломал. Ну подожди, не делай так. Делай лицо попроще, когда делаешь так. Денис вот спроектировал такую тему. Я говорю, не надо, Денис, не делай этого. Сейчас подписчики заволнуются, скажут, колхоз какой-то ты тут лепишь. Он сразу, сразу насторожился, говорит, извините, бейте меня по рукам. Мы делаем клоунский обвес. Клоунский. Да, точно, это клоунский обвес. Если мы еще там щердачка все остальное навесим на него, он даже, наверное, не сдвинется с места. А что? Все должно быть по-клоунски.